Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Сын Эвелины Блёданс пошел в 2021 году в третий класс. Торжественной линейки не будет, 1 сентября сразу начнутся уроки. Мы не дарим цветы, мы участвуем в благотворительной акции. А педагогам преподносим подарки. Я уже подобрала платье и кремы для учителей и директора, подписала ролик Блёданс и поделилась этим радостным событием в своем блоге. Ну что, школьник мой идет, красавец мой. Первый раз третий класс, ну вот еще дождя не хватало. Как раз дождик четко пошел. А вот же наша. Люда взяла. Здрасте, здрасте. Вот наш. Обнимашки, целовашки. Ух ты! Ой! Здравствуйте! Сейчас будем все дарить. Давайте, пока не ливануло, фотку сделаем. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.